Алексей Круг, вы в игре. Интересненько. Первое задание. Вырезать УКФР-57 на руке. Ну, поёб, нахуй он кетчупом нарисовал. Йоу, всем привет! Так как со времен крайнего ПКФ влога прошло достаточно времени, к нам присоединилось много новой аудитории, хотелось бы рассказать, чем они отличаются от обычных влогов на моем канале. В общем, идея заключалась в том, что благодаря своему проекту я все чаще могу бывать в других городах нашей необъятной страны, и связано это обычно с самыми разными паркур-фестивалями и соревнованиями по паркуру, фрирану, куда меня приглашают. Так вот, в этот раз я побывал на Микс Баттл 2017, где мне посчастливилось стать судьей этого контеста в окружении своих любимчиков. Суть его в том, чтобы объединить такие экстремальные культуры, как паркур, воркаут, батутный фристайл. Далее всех участников делят по командам, и в кругу новых для себя людей они должны победить всех остальных. Мое мнение, это как минимум необычно. Спортивный интерес, правда, остается в тени, но это незаменимый опыт уметь работать в команде, адаптироваться к ситуации и использовать свои лучшие навыки для достижения совместного результата. Крутое шоу, прошло все максимально эффектно, а то, как это было, вы можете заценить уже сейчас. Спустя ровно год мы снова делаем это. Типа он. Пиздец. Поехали. Ей бой. Шарим за эту тему. Крайне интересный процесс. Что-то на спине написано. Что это значит? Ты что, фашист? А у тебя что там? Норм. Синий кит. Зря вы сказали. Это синий кит. Ебать, опять все испортил. Опять, да, ну, вот старые казанки. Тебе показать, как я укладываю волосы? Тутор от Алексея Крука, как укладывать волосы. Ну, для начала нужно в глине смазать руки, вот, причем размазать равномерно по пальцам, так, чтобы все пальчики прилипали друг к другу. Вот, потом вот так, потихоньку. И погнали. Сперва челочку наверх, она уже наверх. И теперь ее назад. Ага. Вот. Супер. Я не знаю, кто. Доброе было. Утро. Йоу, бой. Как настроение? Как будто проснулся в Саратове. В Саратове? Да. Ты в Ставрополе, братан. Нет, именно в Саратове. Мы там поспали, было такое настроение сейчас. Для тех, кто не помнит, там это прикол про то, как ты прыгаешь тру, можно вставить. Помню, я помню про рапса, чёлка прикол. Нет, про тру еще какой-то был. Трушник. Ну как и я трушник. Сколько ты сделал из тру элемента сегодня? С трушника в Грузии. У вас с шейдом знаешь, что только одинаковый, но формат видосов, который у вас. Главное не что в видосах, а что внутри тебя. Какая-то здесь опасная парковка. Поехали. И такой, знаешь, бам, и привет, на. Е-бой. Да-да-да, ну. Очередная разминка перед туром. У всех, правда, разные туры. Тем не менее, это разминка. ПКФР. Е-бой. ПКФР, это вы? Это мы. Живи, брат.
сбивай. Ты зачем лампу снес, блядь? Ты чем зал не угодил? На улицу хочет парень. Хорошо, что ты не успел начать прыгать. Я сразу, когда зашел, приметил эту лампу. Из-за этого и сижу тут. Пацаны тебе выбираются. Братан, ты как? Нормально. Погнали на улицу прыгать? А что, всех зовем? Да. Или только мы пойдем? Всех. Всех? Организовался без фокуса. Раунд 2. Паркур. Бля, сейчас на бетоне. Сейчас бы гамак. Какая хуйня, наверное, всех удивит. Сейчас бы гамак и пинаколаду. Я бы просто прилег. Почему в Лас-Вегасе ничего не занял? Потому что Леха йогурт пьет чудо. А я серьезно? Не подарили ему. Серьезно? Леха поутро зализывал себе прическу. А Лас-Вегас тут при чем? Вот, именно поэтому. Он с темы соскакивает. Ребята. Все, кто посмотрит, можете отписываться от него. Так, тихо. Так, я вас всех люблю, друзья. Я вас всех люблю. Я, конечно, извиняюсь за проеб, хотел сказать, Кирилл. Так вот, мы этого и ждали. Извиняйся перед фанатами. Ребят, поймите и простите. Ты как туда залез? Поверху тут. Йоу. Специально для ПК FR Vlog. Йоу, Джо, только не Джо, ПК FR. Вот это. Давай специально для ПК Fair Vlog, два винтана. Специально для ПК Fair Vlog. Е-бой. Е-бой. Это крю. Специально для ПК Fair Vlog. Пацаны нас придобрили, накормили. Йоу. Приятного аппетита. Спасибо пацанам. Тема. Когда люди хотят какую-то получить информацию, они так открывают, типа, ложно. ПК-ФР. Я ПК-ФР. Воркаут Москва. Я ПК-ФР, и ты можешь воркаут Москва. Привет. Так. Мы с пацанами решили потренироваться. Специально для ПК ФР воркаут Москва! Да! В деле! Я здесь, сейчас я выйду. Итак, друзья, давайте начинать. Первая тройка. Как будет называться? Рэперы. Итак, друзья, команда рэперы начинает первый.
Давай за паркур и рэп, Алексей! Попался. Готовы? Ты снимаешь, пока я снимаю. Мы готовы дать отсчет, да. 5 секунд. 5, 4. Умеешь, пацан? Специально для ПК Fireblock. Что случилось? Батл. У кого? Что? Победа есть? А? Победа есть? Протеин? Победа. Да, батл. Победа есть, но не у нас. Говорю, летел, мне хреново было. Сейчас? Не, когда летел. Да жарко же, точно.
Спасибо, и вас так. До свидания, всего доброго. До свидания. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго. Вот мы в Москве. Йоу, парни, что как вам поездка? Мне понравился момент, когда мы вернулись в Москву. Тоже приятно, меня угорает. Серьезно? Ну, как же вписка? А, вписка. Нет, я сейчас не говорю про ковры, я говорю про солнышко. Солнышко не понравилось? Солнышко, ну, ему я, походу, не понравился.